Здравствуйте, многоуважаемые мною зрители. Многие из нас после концовки 10 сезона Ниндзяго остались в недоумении, куда же ушел Гармадон, вернется ли он, если да, то когда? Сегодня я отвечу вам на этот вопрос и даже не построю теорию. Нет, скажу вам прямой ответ. Если вы думаете, то, что это ложь и думаете, то, что я очередной кликбейтер, вы ошибаетесь. Усаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек. Меня зовут Дмитрий. Ну а я начинаю. Когда Гармадон ушел, мы все, конечно же, начали строить теории. Куда же он ушел? Лично я думал, то, что в силу его возраста он пошел помирать. Прям как кошки и коты. Но как оказалось, я ошибался. На самом деле, Гарми ушел в путешествие, чтобы обрести себя, стать мудрее и помогать людям в беде, прям как делают ниндзя. С чего же я это взял, спросите вы? На самом деле, мне кажется, то, что вы уже прекрасно знаете то, что Skybound, известные многим серии комиксов «Ходячие мертвецы», анонсировали комикс о Гармадоне, повествующий о его подвигах после событий 10 сезона. Зачитываю описание. Вдали от Ниндзяго Сити деревню терроризирует новая таинственная угроза, когда их спасает незнакомец с невероятными способностями, известный как Гармадон, повелитель разрушения. Стал ли Гармадон новым человеком после своего исчезновения? Или это лишь первый шаг в его главном плане – окончательно победить мастеровую ниндзя? Вы, наверное, опять задались вопросом, с чего я взял то, что Гармадон пошел на светлую сторону, если в самом описании говорится то, что вдруг это его зловещий план по уничтожению мастера Ву и ниндзя. Ну а зачем ему тогда спасать людей в деревне? Выйдет комикс 6 апреля 2022 года. Как по мне, это очень классная задумка. И знаете, мне приятно то, что Гармадона, леговцы и создатели Ниндзяго до сих пор не забывают. Кто же знает, вдруг он появится в дальнейших сезонах. Если это так, то это очень здорово. Теперь самое главное, чтобы у комикса появилось русское издательство, чтобы мы с вами смогли его почитать в объемном виде. Ну а на этом все. Делитесь своим мнением по поводу этого комикса в комментариях. Как вам такое? Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!